Ну, первый вопрос. Простое впечатление после игры сегодняшней? Ну, впечатление самое наилучшее. Первый мой гол в Волге. Вот. Эмоции хорошие. Рад победе. Помните, что за комбинация была, как забили? Вот, кто подавал, как чувствовали момент или интуитивно все получилось? Так, примерно представлял, куда мог мяч пойти. Вот, побежал, ударил, забил. Вот. Насколько важен вот этот мяч, насколько важна эта победа для Волги? Для Волги первая домашняя игра в первенстве. Вот. При своем болельщике приятно первый свой гол забить в Твери.